до первой линии уже дошли пешком. Вот она. Там бассейн был, вот они номера. Вот дальше номера тоже, видите, гостиницы. Пантос Хотель. Пантос Хотель. 3 звездочки. Чтобы не заезжали. Парковочные места. Москвичи, московские. Почти земляки, да? Ну, стандартное решение. Но вид ничего так. Но цена, по-моему, здесь бешеная просто. За сутки. 22. Это мы на центральную улицу сейчас выходим. С мира. Оттуда шли. Сзади вон там.